У нас есть очень много депутатов и районного совета, и местного, но мало не посещают, чтобы они хотя бы были в курсе того, что мы делаем, чтобы они воочию смотрели, а не вот, ну, как бы не слушали там откуда-то все, чтобы вот именно депутаты обязательно приходили. И еще один такое пожелание. Хочется, чтобы депутаты встречались почаще с клубными работниками, потому что у нас, получается, встречаемся мы с детским садиком, встречаемся мы с населением, встречаемся мы, например, со школой, но никогда не встречаемся, депутаты не встречаются с клубными работниками. А у клубных работников есть что сказать. Вот это мое предложение.